Дождь застал меня в магазине. Вот такие вот потоки. Как теперь идти, не знаю. Но они будут мокрые, конечно. Ну ладно, я домой иду, поэтому можно будет рискнуть. Так, начинаем. Эх! Эх, рискнем! Бежим дальше. Ну, уже проходит. Ну вот и определились водяные потоки, куда как идут. И все уходит к дому номер 49. Ну вот лесовой, как всегда, в период ливня у нас образуется озеро. Мы же видим, что ливневка не работает, самотеком. Где-то что-то собирается, где-то что-то засоряется. Уже практически уходит туча. Ну, пока ни одна не заглохла. Задумался, не хочет ехать. А, не, мешает тут. Ну ладно, давайте.